общем, о ребятах из HD Резки я узнал, когда увидел их рекламу в Инстаграм. Нам нужен ученик, микрофон и студия. Достаточно просто читать текст, чтобы зрители не делали так. А почему они делают так? Реакция на домашнюю озвучку. Я подумал, нифига, кто-то умеет разговаривать, как Джек Воробей. Я, в общем, клюнул на это все дело, записался на курсы, и вот сейчас я еду на занятия. Здорово, Гаврик. Привет. Что, пошли? Пошли. Гаврик сегодня будет моим оператором. Гаврик, что делает? Гаврик просто мой брат, вот он ничего не делает. Гаврик, мы опаздываем. Одну. Двери закрываются. Следующая станция — Жизнь. Проспект Мира. В общем, у нас на входе в метро наставили таких у дяденек контролеров, которые контролируют, чтобы люди проходили в масках. Да, вот он, этот дом. Дом с башенкой. Да, на станции метро Проспект Мира как раз находится студия HD Резки. Надо пройти еще через охранника, перейти через дорогу вот в эту серую дверь. В общем, после пробного занятия я понял, что это точно то, что мне нужно. Пробное занятие, оно бесплатное, и если вам не понравится, то вы можете, собственно, больше не ходить в школу HD Резка. А потом в процессе этого появляется звук. Занятие в HD Резке начинается с разминки. Разминки голоса. Дыхание. Вот, намного лучше. И мышц лица. Для лучшего произношения слов, звуков и всего остального. Затем чтение скороговорок или прочтение текста разными голосами. Потом читаем по очереди, артикулируя. Что значит артикулируя? Очень четко проговаривая каждый звук. Не должно быть такого, там... Шла Саша по шоссе, сосала сушку. Нет, это не проговаривание скороговорки. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Каждый звук русского, практически каждый звук в русском языке имеет разную архитектуру губ. Соблюдайте ее, пожалуйста. И третий раз работает со скоростью. То есть скороговорка — это скорость, стараемся увеличивать темп. Читаем. На мели мы лениво нали... Ловили для меня, вы поймали меня. О любви не... Окей, о любви не меня, любви мало. Манили... Мило манили. И хумарлы, лимана, манила. Манили меня. После этого практическое задание. У нас там дальше очень много всего. Нет, немного всего. Я думал, мы сейчас все пойдем по второму кругу. Давайте, давайте, хочется. Хорошо, если хочется. Значит, нам удалось. Мы дома. Да. Я попробую найти свет. Сложно поверить, что мы вернулись. Найди мне чизбургер, тогда я поверю. Добро пожаловать на маяк. Лучшее в мире убежище от наступающей тьмы. Если вы здесь, то осознаете всю тяжесть ситуации. Мир, который мы знали, пришел конец. Тоже намного убедительнее уже. Если прям хочется этим заниматься, просто заявлять об этом везде. В соцсетях, там, выкладывать это все. Да. Если, например, в одной соцсети приглашают на одну, а в другую на другую. Выбирай, что больше нравится. Ну что, Влад, рассказывай все, весь секрет. В чем весь секрет озвучки? Весь секрет озвучки в эмоциях, в правильном и естественном донесении. Как уже сегодня было сказано, не мы разговариваем голосом героев, а герои разговаривают нашими голосами. Спасибо, Влад. Ты настоящий преподаватель. Вообще, мне сказали, что тут очень много преподавателей, но я упрашивал, как это зовут девушку? Администратора? Администратора, чтобы только к тебе. Это приятно. Да, спасибо. Да, я надеюсь, что надолго и взаимолюбовь. Взаимолюбовь, да? Да. Понравилось? Ну, я думаю, что неплохо.
Я прокачал свои скиллы в озвучке и всем остальном прочем. Я думаю, что да, лучше стало. Голос стал звонче. Голос стал лучше! Пожалуй, не будем пугать людей в метро, и на этом, на этой прекрасной, замечательной ноте мы закончим наш выпуск. Вообще, друзья, что хочется добавить? Я считаю, что эти курсы нужны всем, потому что все должны хорошо, внятно и понятно говорить и доносить свои мысли.